Добрый день, уважаемые зрители. Сейчас произведем распаковку и покажем, как на основе вот этого аппарата мы сделали русскоязычную панель для этого аппарата. Приступаем. Ну вот, мы добрались до самой панельки. Мы имеем вот такую панель, напечатанную на данном принтере. И панель с иероглифами. Аппарат полностью русскоязычный, можно поставить как английский язык, так и русский. Но символы иероглифы мешают пользователю работать. Для того, чтобы поставить эту панельку, с верхней стороны поддеваем и открываем доступность к панельке. Вытаскиваем пластиковую основу. Достаем нашу заготовку и располагаем ее прямо сверху, той, которая находится сейчас. И закрываем. Не забываем вставить фиксатор и закрываем его. Все. У нас панель русифицирована, полностью русский язык. Полностью русскоязычная панель. Закрываем ее обратно и отправляем клиенту. Подписывайтесь на наши социальные сети.